Всем привет, ребята! Вот и настал 2020 год, всех вас с Новым годом! И в этом году мы делаем обзорчик на тепловизор от фирмы HTI, моделька HT101. Довольно свежая модель, она только появилась на рынке, вот была, собственно, приобретена как дополнительный инструмент диагностики. Конечно же, целесообразность данной покупки, ребят, покажет время. Но сейчас мы перейдем поближе, давайте посмотрим комплектацию данного тепловизора, ну и посмотрим, конечно же, внешний вид. Вот такой внешний вид имеет упаковка тепловизора HTI, сделанная из плотного картона с глянцевой поверхностью. Выглядит достойно. В данной упаковке поставляются и другие виды тепловизоров. Как видим, полный перечень перед вами. Наша модель, где галочкой отмечена, это комплект поставки. Модель HT101 с разъемом Type-C. Как вы могли догадаться, данный тепловизор необходимо будет использовать вместе с мобильным устройством. То есть, либо телефон, либо планшет с поддержкой функции OTG. Если такая функция в вашем устройстве, вы можете просто-напросто посмотреть в характеристиках, либо забить в интернете. Ну а сейчас немного о характеристиках. Модель HT101 имеет разрешение матрицы 220 на 160, что вполне комфортно позволяет работать. Модель HT102 имеет более низкие разрешения. Это самая младшая модель, и рассматривать мы ее здесь, ребят, не будем. HT201 это собрат модели HT101, но имеет более высокие разрешения 320 на 240. HT301 это самая топовая модель, имеет у нас уже возможность фокусировки. Ну а также, ребята, разрешение 640 на 480. Бомбовская модель, ну стоит где-то в районе полтинника. Если у вас есть такие деньги, конечно же, можете приобретать. Для тех, кому интересно, почему пал выбор именно на эту модель, ребят, здесь секрета нету, это ограниченный бюджет. Бюджет у меня был в районе 20 тысяч рублей, и за эти деньги я себе мог позволить только такой тепловизор. Потому что у него самые лучшие разрешения в своем классе, и вполне им можно будет комфортно работать. Есть, конечно же, один минус, на нем нету фокусировки, но, в принципе, это не беда, позже я расскажу, как это можно будет исправить. Ну а сейчас давайте посмотрим, что находится внутри упаковки. Внутри у нас в самом верху инструкция на английском языке, сразу для двух моделей HT101-201, так как они используют одинаковый софт, и инструкция одна и та же. Для тех людей, кому интересно, я немного полистаю. И на этом вся инструкция заканчивается. Здесь также есть QR-код, который мы можем просканировать телефоном либо планшетом и скачать приложение для работы данного тепловизора. После установки у нас появится возможность работы с данным тепловизором. В комплекте поставки также имеется вот такой вот, ребят, чехольчик. Внутри чехла, не во всех комплектациях, конечно, но в моей идет также переходник с Type-C на microUSB. Нужная вещь, к примеру, если у вас телефон использует microUSB, то с помощью вот такого вот переходника можно будет использовать данный тепловизор. Ну и сам тепловизор. Также здесь у нас тоже есть QR-код, точно такой же, как и на картинке, для того, чтобы можно было скачать софт. Корпус тепловизора сделан из алюминия, весьма хорошо весит. Ну а также выглядит вроде бы достойно, все крепко. Болтиков нигде нету, значит здесь все у нас, скорее всего, проклеено. Но, наверное, лучше не ронять. Давайте сейчас попробуем подсоединить к телефону и попробуем что-нибудь им проверить. Как видим, все прекрасно у нас запустилось. Пример, вот работает у нас лабораторник. Сейчас я похожу по сервису, поснимаю вам немножко. Здесь у нас работает мониторчик. Как видим, видно, где у нас работает подсветка. Батарея вон видно. Прожектор видно. Также опять монитор, блоки питания светятся. Также сам телефон на штативчике, видим, тоже греется довольно. Лампы подсветки. Еще один мониторчик. Лампа. И блок питания модема в розетку вставлен. Как видим, все прекрасно греется. Все это все видно.
Можем попробовать поменять палитру. Черно-белом фоне, черным цветом сейчас у нас подмечены те места, которые у нас греются. Изменим дальше на что-нибудь. В красном свете вообще прям, как в ужасах прям. Что-нибудь давайте поменяем дальше. Лава. Красным цветом подмечена там, где у нас самые горячие места. Дальше. И стандартное изображение. Все, на этом вроде бы все у нас закончилось. Все, мы посмотрели. Надеюсь, вам, ребят, стало понятнее, как работает тепловизор, но нам необходимо будет работать вот с такими материнскими платами, искать места, где греется, к примеру, с низким потреблением. В данной плате вышел из строя процессор, и на нем присутствует низкое потребление. То есть, давайте я сейчас подсоединю, все это дело подсоединю, чтобы вам наглядно это было видно. То есть, сейчас мы это все дело подсоединяем. Прошу обратить внимание, ничто у нас не греется, бликуют у нас металлические части, но это все нормально. Как видим, мелкие элементы рассмотреть практически невозможно в таком состоянии. Подсоединяем лабораторник. Сейчас сделаем так, чтобы было удобно это все показывать. Итак, ребят, сейчас я сфокусируюсь на лабораторнике, чтобы вам показать. Как видим, присутствует потребление. Грубо говоря, где-то до 80 миллиампер проскакивает. Это вообще очень низкое потребление. Потребителя в таком случае практически нереально заметить. Но давайте посмотрим теперь на тепловизоре, что у нас происходит на самой плате. И ищем, как видим, мы видим элемент, что у нас какой-то элемент греется. Подмечен он красным цветом. Как же теперь, ребят, распознать точно, какой элемент? Ведь приблизить ближе практически нереально. Некоторые берут карточками, там, как подмещают, там, закрывают элементы. Но это, ребят, все баловство. Для того, чтобы точно определить место нагрева, а также в дальнейшем была возможность фокусироваться на мелких элементах, ребят, необходимо собрать нехитрое устройство. Сборку этого устройства сейчас вы видите на экране. Первая составляющая — это линза, которая была заказана с Китая, селенида цинка для лазерной резки. Прекрасно подойдет для тепловизора. Фокусное расстояние 38 мм, в диаметре 18 мм. Для крепления данной линзы использовал обычный резиновый шланг внутренним диаметром 18 мм. Также для крепежа всего этого дела на тепловизор использую обычную прищепку с объективами для телефона. Прекрасно подойдет и для тепловизора. Если кому-то что-то понадобится, ребят, ссылки на это вы найдете под этим роликом в описании. Of your life. You're wanting in heaven.
И на выходе, ребят, мы получаем вот такое вот приспособление, которое с помощью прищепки без проблем крепится на тепловизор. Все это надежно, никуда не убегает, можно бросить держать за прищепку, все прекрасно держится. Вставляем в телефон. Все без проблем запустилось. Сейчас еще раз вам покажу, ребят, потребление. Потребление в районе 80 мА, плавающее, такое даже фризером очень сложно диагностируется. Посмотрим, что будет с помощью тепловизора. Как видим, место нагрева стало видно более четко. Сейчас мы переключим световую палитру. И как видим, мы видим дросселя, элементы, обвязку. Ну и черным цветом у нас помечено, что греется. Греется у нас проц. Как видим, элементную базу сейчас без проблем видно. Вот с помощью такого приспособления можно без проблем диагностировать. Сейчас я уберу линзу, и вы посмотрите разницу вживую. Как видим, разница есть. Линза позволяет нам более четко фокусироваться. Вот и все, мои дорогие друзья, на этом видео подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на мой тепловизор, а также его доработку. По возможности, конечно же, будем снимать ролики с его использованием. Если видео для вас было полезным, обязательно поставьте палец вверх, поддержите канал. Ну и, конечно же, подписывайтесь и до новых встреч! Take it slow.